Доброе утро! Сегодня 6 мая. Через день у нас пикник по поводу Дня Победы. А сегодня пятница. Я иду в джинсовый день в джинсах. У меня вот такие светло-голубые штанишечки есть. Они такие стрейчевые. Я обычно их надеваю в самолет. Они очень удобны. Они мне всегда в пору, независимо от того, потеряла я вес или нагуляла. Всегда вот это мои, в общем-то, путешествующие штанишки. Захотелось сходить в голубом сегодня в школу. Вот поэтому их и нарядила. Из возможных вариантов выбрала вот этот вот жакетик, который позволял бы и обувь потемнее одеть, потому как вот эти вот воротнички и манжетики сделаны темнее, и пуговички потемнее. Но не стала надевать потемнее, надела вот такие серебряные бутильончики, уже известные вам. Из украшений на нас сегодня снова бирюза всех цветов и оттенков. Вот эта бабочка у меня уже давнишняя-давнишняя. Она покупалась в магазине. Забыла. Ну, достаточно приличный магазин. Я за нее платила, наверное, $45. Вот такая вот обыкновенная захотелось. Люблю бабочек. Люблю бабочек, люблю крылышки. Вот такая у меня есть звездочка. Пусть она сегодня мне приносит удачу. Ой, извините, а вот у нас. Вот у нас тоже давнишняя эмаль. Такая шикарная. Вот здесь она так у нас легла. Очень даже прилично. А с вами была Галина Смесь. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.